этом году это первое официальное соревнование на Тверском пляже. Конечно, мы знаем лидеров по прошлому сезону, но в этом году соревнований еще не было, поэтому кто фаворит, трудно сказать, все покажет финал. На площадках городского пляжа определились обладатели Кубка Твери по волейболу. Традиционный турнир собрал на песке 11 мужских и 20 женских пар. Женских и мужских команд турнир проходит, ну, примерно по одинаковой системе. Предварительный этап, команды поделены на подгруппы, играют по круговой системе в подгруппах. И традиционный для пляжного волейбола кубковая система до двух поражений для финального этапа. Несмотря на знойную погоду, соскучившиеся по состязаниям пляжники не давали друг другу спуска. Спортсмены с огромным желанием выходили под сетку и тащили буквально каждый мяч. Причем некоторые игроки приехали на турнир в одиночку и уже здесь нашли себе пару для выступления. Так сделал и Анатолий Себешко из Ржева. Он объединил усилия с тверским игроком Антоном Фоминым. Вместе мы играем первый раз, поэтому у нас все экспромтом получается. Ну, будем надеяться, что все получится. Несыгранность все же не позволила этой мужской паре добиться высокого результата. Среди мужчин в финал вышли фавориты турнира – тандемы Иван Фомин, Кирилл Бударкевич и Максим Ходенков, Евгений Денисов. В споре за главный трофей состязаний Ходенков и Денисов со счетом 2-1 одолели своих визави. А бронзу забрали Станислав Зиновьев и Дмитрий Подшибякин в двух партиях, обыгравшие Алексея Тхорева и Никиту Шапошникова. Среди женских пар лидеры рейтинга не оправдали ожиданий. Из игроков, которые считались сильнейшими, предварительный этап удалось пройти лишь единицам. Надо отдать должное молодым девчонкам, которые оказывали достойное сопротивление матерым соперницам. Готовились очень долго, очень напряженно играли. Тренировки были у нас по 2 часа, было даже и по 3. Очень хорошо готовились к этим. Настроены на победу, то есть да. Выиграть стараемся. Да, мы очень старались выиграть. Мы такой кайф получаем, когда играем. Это. Несмотря на то, что да, получается кайф, как получается сыграть? Ну, мы играем вообще. Хорошо, но стараемся больше выиграть. Но все равно как бы бывают и проигрыши. Конечно, грустно, но... Но что ж поделать-то? Мы ведь в первый раз играем, то есть для нас это еще не все потеряно. У нас все равно настрой такой на победу. Мы верим в себя, в напарника. То есть это вот чувство, с чувством этим играем. В этот раз маленьким воспитанницам заслуженного тренера страны Ольги Плехановой не удалось постоять на пьедестале. Зато в их копилке прибавилось опыта. А медали городского турнира завоевали более мастеровитые волейболистки. Заветный кубок достался Владе Шамаевой и Дарье Кузнецовой, которые в финале со счетом 2-0 обошли Кристину Жукову и Любовь Ермаченко. А третье место заняли Екатерина Шабаева и Валентина Качнова, одолевшие 2-1 Марину Невскую и Софью Ларгину.